Ну боже мой, какая графика, вы посмотрите. То есть даже не графика, стены. Как, лучше бы сказали мне, как поменять способность. Ой, я могу на эту кнопку целиться, оказывается. Вау, окей, тогда мне не нужно их брать под контроль. Хочу факс, хочу пат. Держите. Они прямо сгорают. Какой эпик. Боже мой, это 10 из 10 игра года прямо здесь. Я даже не знаю, хотя, конечно, тут всякие еще The Last of Us, но... Боже, это круто. Это правда очень круто. Не, у меня не было еще ни одной мысли о том, чтобы что-то здесь покритиковать, если честно. А мне сюда? А, видно, это другая территория какая-то. Ну, не туда. А могу поджечь эту вывеску? Упс. И нет. У меня мышка запуталась тут. Окей. Так, вроде я распутал ее. А, кого? Это вход. А патронов у меня много, видимо. Совы бить никогда не помешает. Как бы рано не было. Если тебя стреляют, то можно и выпить. Окей, можно что-то посмотреть. Тут целый фильм есть. Это все? Окей, это было коротко. Разные фильмы есть. Ладно. Нас компания. Почему вы меня преследуете? Почему ты преследуешь нас? Они мое воображение или что? Почему они здесь? Почему? Они явно... Они... Почему этот парень сидит? Ты про... Как я... Что это? Я что, сошел с ума? Окей, этот парень... Окей. Зато я могу взять его патроны. Что это такое? Щит. Вау. Что это было? Окей. А? Что тут? Еще один фильм. Father Comstock called on me today to write his biograph. Me. The man paid. Плохие яблоки вспоминаются из Battlefield'а, да? Что-то я не хотел делать. Как мне отменить эту способность? Your flock would pay for a thousand. You know, why settle for less? And then the prophet looks to me and says, 100 will suffice. As I know how it ends. Что тут еще было? Везде можно все обыскивать. А? Я хотел убить эту птичку. Тигу, убей. Мне нужно опять подождать чего-то.
Или я не должен стрелять? А? А, я должен. Жмите пробел. Как это я нажму? Вот! Окей! А, они намагничены, он говорит. Поэтому я так могу летать. О, круто. А я могу спрыгнуть? А, могу спрыгнуть? Ну, там вроде нет ничего интересного. А. О, автомат. Я куда-то выкинул пистолет. Я просто... Нет, подожди, что? А, как способности менять? А, вот такие, да. Понятно. Ну, пулемет здесь выглядит круто. Точнее, автомат. Наверное, тут будет еще и пулемет. Вообще, одаривать здесь всех из оружия гораздо веселее, чем в оригинальном Биошоке, мне кажется. Ходи. Так, это я закинул дальше, чем хотел. Так, кто сейчас стреляет? А, окей. А, у меня еще щит. Я не могу туда запрыгнуть как-нибудь. А? Нет, нет, нет. Что-то я херел. Уа, это была девушка. Что мне? А, вот черт! Этого я не хотел делать абсолютно. Ау. Неудобные кнопки тут для прицеливания, я вам так скажу. Что тут еще есть? А что тут десантирует, что ли? А. А я не уверен, что я смогу сделать этот прыжок. А я смогу сделать этот прыжок. А, окей. Это было... Почему как-то... А, на Q просто нажимаешь один раз, он сразу же меняет способность. Я что, сейчас улечу на этой штуке? Нет? Держи. Так. Куда мне идти? Дальше или внутрь? Ладно, пойдем внутрь. А, я хотел всего лишь коньку подкинуть. Здесь и второй этаж. Тут куча всего. Otis works up at the lodge part-time. He took this box from one of their secret ceremonies. And I know for sure. Locked? И что? There is something. Я какой-то квест нашел. Optional. Найдите ключ. Otis is more fool than not. He didn't bother to also secure a key from the Feathered Brothers to open the damn thing. Есть какой-то ключ, который я должен найти. Кто ты такой? Что тебе нужно? Я хочу ключ найти. Есть ключ? Ну что с того, что ты прогрессив? Окей, я нашел деньги.
Что, у тебя есть ключ? Нет, у тебя не был ключ. Ладно, это было глупо, но попытка не пытка, знаете. Я не думаю, что он бы помог мне найти ключ. Какие крутые тут картины. Ну, тут нифига нет. Похоже. Ни ключа в комнате нет, нифига плохо. Чё музыки нету? Мне нужно найти пластинку или чё? Ключ. А наверняка он где-то в другом месте, раз его тут нет. Мне потом придется сюда вернуться или ещё чё. Меня радует, как... Вау, ты у них прямо двигатель. Да, блин, опять не так много. Мне нужно будет переучиваться. А? А мне и туда и надо. Ладно. Покушаем. И пойдем тогда. Привет, ребят! Что говорили про черных? Они ищут тебя. Мне не нравится, она горела с какие-то вещи странные. Так. Парю я убивать не буду, если он не умрет. Но женщина должна была умереть. Так, ты охерел? Нет, я... Паря умер или нет, я не пойму. Паря же должен был выжить. Так много трупов, что я не вижу, где паря. Так, я себе ничего не взял. Паря, ты как-то, ты жив где-нибудь, нет? Я серьезно, не хотел тебя убивать? Это кто? Ты еще кто? Это про этих черных они говорили. Мне кажется, я вот этой женщины должен был взять ключ опциональный. А может быть и нет. Так я не все мертвы, походу, теперь. Ну, парня я не трогал. Че, он умер тут даже? Или все вещей. Окей. А? И туда? Окей. А, боже! Ладно, значит мне придется идти, да? Я могу фильм посмотреть. А. И у вас крутые фильмы. Где парят-то другие, которые хотели меня убить? Это только пушка. Это пушка.
А, не, он мочит. А я точно привлек их внимание. В этом нельзя сомневаться. Табу? А? Кто пускает ворон в такие помещения? Тут уже все так заброшено. В центре города же все отлично. Серьезно, ты выдержал? Что, какой-то бар странный? А почему не увидит ворон? Даже захотеть под контроль я их не могу. Че ж ты-то такое? К этому... Окей. Ха. Интересная интерпретация. Ворон. Что вообще происходит? Далеко не уходи. О, черт, кажется, я с ним так легко не разберусь. Что еще за странный куклус-клан? Вы вооружены? Окей, я просто ему шею свернул. Утим, 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 утим. Где ворона? И капки свет. Эй, ворона, ворона, ворона. Ворон. Это что ж такое? Стелс, стелс, стелс. На здоровье потратим. Я что-то важное нашел, как... Браза! Ох ты! Кто сейчас стреляет по мне? Так, никто. Вообще должен был это делать? Да, я теперь могу выйти. Но, ребята, я, кажется, с вами не закончу. Где ваш главный? Где ваша ворона тут? Который был... Неужели он свалил? О! Круто бегал! Ой, я его башку снес. Эй, сейчас что-то есть.
И ворона тут больше нету, похоже. Ворон скрылся из помещения. Найдите место, куда бы подошел ключ. Я что, нашел нужный мне ключ? Что, мне нужно вернуться обратно? Опс, это не та кнопка. Я хотел... Я же нажал. What exactly was the great emancipator emancipating the negro from? From his daily bread, from the nobility of honest work, from wealthy patrons who sponsored them from cradle to grave, from clothing and shelter. And what have they done with their freedom? Why, go to Finkton and you shall find out. No animal is born free, except the white man. And it is our burden to care for the rest of creation. Даже про расизм говорят. Ну окей. Хотя те годы, наверное, были одними из основных лет расизма. Фиша. Моей тени нету на стене. So that we might cover the city with eyes. We worship the coffin. Because it symbolizes the weight of our grace. Вау! Боже мой! Прямо куски плоти на стене вырвал. Сус. Просто исчез. Думал было насрать. No mercy for anybody! А? О! Окей. Ну, ты погори у меня. Что? Зачем мне создавать ловушку? Я его и так убил. Это еще... О, я смогу вызвать ворон теперь? Вау. Ну, дела тут развиваются супер быстро. Бац, уже вороны есть. Эй. Держи. Держите вороны, вы держите вороны, ты держи ворон. Это как крысы из Дизонорда, блин, ну так меня чуть... А, у меня кончилась манна. Небесная, держи. Они вас сожрут? Ладно, что ты не мучился.
Ничего. Не могу тут пропрыгать. Что? О! Вот есть. Подкрепление! Я думаю, что я доберусь до девушки гораздо быстрее, чем я уже очень долго играю. Ну ладно. Будут это очень большие серии. Для всех, кому интересно. Так. Ну, куда только мне сейчас идти? Стрелочка. Стрелка. Где эта стрелка? А, мне туда прыгать. Ладно. Кого-то слышу. Смотрите, кто такой? Кого-то описывают. Вы просто умерли все. Вообще не хотел вмешиваться, они там кого-то рисовали, автопортреты делали. Так, ладно. Блин, я хочу поменять на ворону. А, хей, это я так отменяю. Че? Че это вина? Так как. Что это за женщина-то? Хочешь поговорить? Нет, ну ладно. Мне нравится, что пока экшена нету, главный герой как бы убирает оружие, чтобы не мешать своему обзору. Очень-очень приятно продумано. В некоторых играх вот бывает. Идет он с оружием, он просто идет и идет с ним. И все, и ничего как бы и не поделаешь. Он постоянно мешается. Женщина, куда мне пройти? Не скажете? Окей, видно, мне вообще сюда не надо было идти. О, прям вообще не надо было идти. Вот прям совсем не надо было идти. Окей. Как-то я, видно, вообще совершенно... Взял, пострелял людей. Нужно было послушать их офигенные истории, видимо. Я явно буду еще раз перепроходить, чтобы все дослушать. Нет, я не видел. А, ладно. Компсток. Компсток знал, что я к нему иду. Кто же ему сказал? Что это такое? It's mini cluster for greater effect ranger. Можно улучшить свои способности, проплатив их. А это что можно улучшить? А это? Это просто восстанавливает здоровье. Можно просто все восстановить. Но у меня нету таких денег по каким-то причинам. Там большие деньги, чтобы прокачать нужно. В два раза больше, чем у меня есть. Почему так?
Как же так получилось? А! А, вау, у меня вороны были, оказывается, в руках. Ау. Женщина, ну зачем вам по мне стрелять? Я ведь лучше вас по всем параметрам. Я убил столько человек, она... Я бы на ее месте уже убежал, если бы у меня хоть немного было в порядке с головой. То есть ты видишь, как весь твой отряд умирает, и ты продолжаешь стрелять и надеяться на что-то, ну... Так, это... Нет. Она вроде тут была, да. Извините, мы закрыты. Так. Окей. Может, что-то тут найти, может? Вот сейф, в котором ничего толком нет. У меня все еще очень мало денег. Да, нечего не купить у вас. Два раза я к вам подходил, и два раза мне нечего купить. Не на что, точнее, купить. Уже столько денег мне Не предлагает мне отправиться по этой штуковине, но ладно. Окей. Вау. Сэлок. Страйк, дисмаунт. Да я еду. Окей. Привет. А, получай чимин. Ладно, значит мне туда не надо. О, отлично, еще раз можно прокачать что-то. Можно на этот раз защиту прокачать. А куда дальше? А, видно дальше прыгать по этим штукам. Или нет? Нет? Ладно, ведет. Окей. Что за здесь в Диснейленде с этим звуком подъема? Этот парень даже меня не видит. Ну вот, как ты меня жопой почувствовал? Держи. А, он сгорел! Я чуть не сгорел. Так. Что у нас тут? And the Lord saw the wickedness of man was great, and he repented he had made man on the earth. Rain. 40 days and 40 nights of the stuff, and he left not a thing that walked alive.
see, my friends. Even God is entitled to a do-over. And what is Columbia if not another ark? For another time. Вау! Так круто! Ой, мы приехали. Бред! Не про меня говорят. Это было мимо. Ауч. Ребята, идите на мои ловушки, пожалуйста. Нет. А, ну да, мне легче вас просто взять и расстрелять их, да, спасибо за сотрудничество, спасибо, да. Засадить. А, вау, туда. Elevation. Я не могу брать эту штуку сам. И как же мне туда добраться? А, окей. Так, а теперь посмотрим, что тут еще есть. Так. Да, окей. Нет. Так, тут ничего нету. Давай больше звуков, чтобы привлечь внимание. Спасибо. Если я ничего не взял, я все взял. Так, окей. Мне нужно отправиться все-таки туда, я так понимаю, дальше. Да, я еду к своей цели. Должна ехать, точнее. Что написано? А город казался таким мирным и дружелюбным, да? В самом начале. Stand down. Так они меня не видели? Или они... Что происходит? Не знаю, ребят. Мне кажется, лучше мне вас убить. Ну, ладно. Наш проповедник. Ты не знаешь меня, блин. Он знает, по-моему, обо мне больше, чем нужно. Почему они все так много знают? А, что произошло? Кровь? Что, ребята, вы будете по мне стрелять?
Нет. Я не могу туда прыгнуть. А, я могу прыгнуть сюда. На. О, черт. The controls to take this thing to Monument Island. Нужно найти управление. Наверное, оно там. Вот тут монашка это. It's okay. I'm not gonna hurt you. Блин, и правда. Okay. I'm sure I can get this thing going. The Lord forgives everything. Как? But I'm just a prophet, so I don't have to. Amen. Amen. Что? Значит, с... зачем? О, Jesus, правда, Jesus. Так, я ухожу отсюда. Ну, окей. Видно сюда. Вау! Дерьмо! Это круто! Это было близко. Она лучше прыгнуть. Боже, как же это круто! А-а-а. Игра с хорошим геймплеем, сюжетом, постановкой, стилем. Такие игры не выходят чаще. Так, но я не могу еще до сих пор ничего. У меня до сих пор нету денег. Я даже не представляю, что они хотят от меня. Я хочу все-таки встретиться с девушкой, пока я играю. Они как девушки. Монумент.